Мы находимся у берегов Панамы, где, предположительно, обнаружен гроб легендарного мореплавателя сэра Фрэнсиса Дрейка, похороненного в море больше 4 веков назад. Скажите, а вас не смущает такое надругательство над останками предка? Звучит двусмысленно. И вы же мне вроде не верили. Ну да, я навела кое-какие справки. И, насколько мне известно, Фрэнсис Дрейк не оставил потомков. Ну, историки могут ошибаться. И нельзя надругаться над тем, чего нет. Обалдеть! Вот хитрюга. Что там? Ну-ка, покажите. Нет, нет, еще чего. Уговор был только на гроб. И все. Одну минуточку. Моя программа оплатила эту экспедицию. Без вы же получили свой сюжет. Нет, мистер Дрейк, вы подписали контракт, и я имею право видеть все, что вы тут... Давайте это потом. Салли, у нас проблемы, давай скорее. Так, а что там случилось? Пираты. Пираты? Да, современные. Эти пленных не берут. Ну, по крайней мере, мужчин не берут. Стоп, вы о чем вообще говорите? А может, нам вызвать береговую охрану? По идее, надо бы, но у нас у самих нет разрешения тут находиться. Чего? Да, так что если не хотите в панамскую тюрьму, придется разбираться с ними самим. А что хуже? Да, вы явно не бывали в панамской тюрьме. Стрелять-то хоть умеете? Ну, это же как камера. Просто наводишь и жмешь, да? Все так и есть. Ну, поехали. Как они вообще нас здесь нашли? Они за мной уже давно гоняются. Я думал, отстали. И чем вы их так разозли? Это долгая история. Походу, вы им крепко насолили. Ты не болтай, а стреляй! Саль, быстрее. Ну давай, Салли, где же ты? Боже мой, Дрейк! Его, похоже, какой-то...
минуту нельзя тебе одного оставить. У меня было все под контролем, пока нам лодку не взорвали. Ты как? Меня ждут годы психотерапии. О, да это же прекрасная, непревзойденная Елена Фишер. Получите минуту славы. Я предпочел бы остаться за кадром. Мне Виктор Салливан. А. Да чтоб тебя. Я бы предложил валить, пока нас еще кто-то не заприметил. Ну? Подарок от сэра Фрэнсиса. Что, нашел-таки гроб? Погоди-ка, это то, о чем я думаю. Дневник самого Дрейка. Как я и сказал, свою смерть он инсценировал. Шел на что-то крупное. Да, но ты только не болтай. Ладно. Это ваше, мистер Дрейк. Думаю, я заслужила право взглянуть на этот дневник. Смотри, когда Дрейк отправился в Тихий океан, он застал испанскую флотилию врасплох. Он захватил их корабли, их карты, письма, документы и переписал все это в свой дневник. Ага, так но... это... Потом в Англии королева Елизавета конфисковала все его записи и журналы, и дневник, и потребовала от всей его команды молчания. Так значит... Дрейк явно что-то обнаружил в этом плавании. Что-то секретное. И очень ценное, то, что надо хранить в тайне. Ладно, Нейт, давай притворимся на минуту, что мне все это неинтересно. Переходи к делу, а? Ему сразу кульминацию подавай. А что дамы об этом говорят? Пока никто не жаловался. Ну ладно, тогда вот самое интересное для тебя. А? Это же хреново Эльдорадо. Ну, что скажешь, крупная добыча. А еще что он пишет? А, так теперь тебе интересно, да? Да. К сожалению, ничего. Последнюю страницу вырвали. Ну вот. Зуб даю, Салли. Это оно. Наконец-то это оно. Точно. Только у нас есть одна маленькая проблемка. Да, я же сказала, взорвалась. Утонула. Нет, у нас же на этот случай есть страховка. А. О, нет, камера нет. Все нормально. За камеру не переживай. Нет. Как новенькая. Салли, она может за себя постоять. Ты бы ее видел. Ладно, тогда иди скажи, что мы нашли затерянный золотой город. Пусть ее продюсер впихнет это в эфир. А, да ладно тебе. Нейт, ты мне доверяешь? Ну, плюс-минус. Хорошо. Потому что конкуренцию нам составят все бандиты мира, если мы от нее не избавимся прямо сейчас. Ты такой джентльмен, Салли. Знаю. Неприятно. Ничего, переживет. Нет, я не... Ну и пускай мы превысили бюджет. Ты понимаешь, что это может быть самый громкий сюжет года? Эй, привет. Нет, я им вообще не доверяю. Поэтому надо быстро. Дай мне съемочную группу, и я обещаю, что... Ах ты, сволочь! Эй! Этого следовало ожидать.